Сцена 1, дубль 2. Достаточно интересная получилась ситуация. Начал практически в одно и то же время. Вот эту вот подогревал, вот эту не подогревал. Здесь реакция еще не закончилась, а здесь закончилась и уже начала остывать. Я долго не мог понять, как бы это не закончилось, или она уже остывает. Но она уже остывает, и все, ну, остывает все сильнее, скажем, и превращается больше в камушки. Я ее думаю уже переливать в бутылку. Кстати, сейчас она такой температуры, то что она бутылку не расплавит, просто немножко нагреет. Ну, соответственно, вот это можно помешать. То есть это еще не загустело. Здесь еще реакция бурлит. Еще холодненькая. А это уже давно горяченькая. Я долго не мог понять, как бы, за что горячая, от конфорки или конфорка кастрюльки, от казана. Казан уже давным-давно горячий, как бы все конфорки уже давно остыли. А этот казан и соседняя конфорка, сейчас попробую проверю. Да, она намного горячее. То есть здесь реакция уже закончилась и пошла на остывание. Будем переливать. Не знаю, получится у меня это одному делать. Но если не получится, хотя бы эпик фейл будет заснят. Она уже так сильно остыла, то что превратилась сильно в камушки. Я боюсь, что она будет туда тяжело пролазить. Соответственно, мы размешиваем. Собираем камушки, которые остались. И последний момент, видимо, когда ее можно перезалить. Пока снимал видео, она сильно остыла. В казане еще немножко осталось. Можно успеть показать. Фух. Химический процесс на кухне. Это у нас еще не превратилось в камень, а это уже превратилось, разжижилось. Чтобы подогреть, кстати, чуток. И это у нас вот так вот пытается сползти. Палочкой потыкаем. О, какая субстанция. Так, выключаем плиту. Сейчас мы это нагреем. Зальем горяченькую, и она все протолкнет. Здесь реакция еще идет. Бурлит, бурлит. Все прям капать перестало.
Насколько я понял процесс, можно сделать прям вот так. Сейчас разогреем и перезальем обратно. Нифига себе, здесь процесс бурный идет. Через 4 часа другие видео включали. Я, кстати, еще в тепле держал, подогревал немножко. Ну, как на плите, на теплой держал рядом. Ну, потихонечку. Вот этот процесс я запускал потихонечку. Сюда потихонечку заливал уксус, потихонечку доливал воду. Смотрел, как это будет происходить, на то, как будет сильно пениться. То есть мне здесь надо было сделать так, чтобы пенилось не сильно. А здесь я все замешал сразу, короче, и еще и греть немножко начал. Соответственно, здесь все быстренько завершилось, а здесь вот еще идет. Ну, комнатная уже температура, поэтому я думаю, что процесс заканчивается. Запах, кстати, уксуса не такой сильный, как я боялся. Ух ты ж, ё-моё ж. Забыл плиту выключить. Все разогрелось. Жиденькое все стало. Стало жиденькое. Так, ну плита тепленькая. Видимо, плавится. Ну, просто как бы работать и смотреть за одним процессом, но это совсем скучно. Я запустил два, видимо. То, что я не запустил три, хорошо, тары подходящие не было. Пришлось бы это делать в ведре. В ведре, ну, не знаю, неудобно, что ли. В общем, казан отличная штука. Если там что, кто пришел, кушать собрался, можно вообще просто казан закрыть крышкой. И все замечательно. Ну, в общем, в принципе, с жидкостью и с кристаллами с этими познакомился. Блин, забыл, как называются. Вот. Так, ну что, забыл засечь время, часов в 5 с чем-то я начал. Видимо, эта штука стопудово закончила. Ну, как видимо, мы проверили туда-обратно разогревание, остывание, как бы, что с ней делает. Значит, она уже стопудово доделалась. Вот это без нагрева еще, ну, 3 часа, как бы, с 17 прошло, 17 с чем-то было. 3 часа прошло, это еще не готово, а это уже мало того, что готово, она еще и успела остыть. Вот. Бутылка, кстати, тепленькая. Сейчас, наверное, чтобы меньше отходов было, сейчас вот это перелью сюда. Подожду, пока там реакция закончится. Ну и, соответственно, буду вторую бутылку заливать. Та-дам! С первого раза, в принципе, кстати, и жидкость достаточно прозрачная. Вот. Будут следующие опыты, будем записывать. Вот такие вот интересные процессы. Чем, в принципе? Давай.
Ускоряемся. Казанчик тепленький. Как забурлило все сразу. Насколько я понимаю, готовый продукт ускоряет процесс. Почистим стеночки. Еще разочек. Чтобы они сами почистились, можно им дать вспениться. Тепленькая. Это тоже большое тепленькое. Это холодненькое. Уксусом завоняло. Кстати, он когда высыхает, удобнее в эксплуатации. Пришлось держать. Прилип. Походу я зря это сделал. А нет. Китайская палочка отлично подходит. Кстати, и для перемешивания, потому что нельзя. Ну, пластиковый не нашлось под рукой. Нашлась деревянная, сказали, можно дерево. Железную, если будете использовать, цвет получится зеленого. Желтый. Желтый даст цвет. Кстати, я не подкрашивал, можно подкрашивать, как и зеленка самая простая, если есть. Если нет, то можно сходить за паскальными красками и сделать себе разноцветные. Кстати, да, почему в большой таре можно вообще спокойно засыпать, залить и забыть, потому что она сама вон спелилась и провалилась. Ну, кстати, да, сразу остыло и теплое перестало быть. Бутылка до сих пор теплая. То есть я процесс, видимо, чуть-чуть прозевал и перегрел. Соответственно, она у меня сразу перешла в состояние жидкости. И пока я думал, она начала остывать. Я думал, что эта плита такая горячая. Ну, как-то так. Кстати, при освещении при нормальном свет поменялся. Прям она вот реально практически прозрачная. Можно, кстати, на эти глянуть.